Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. И сегодня предлагаю посетить великолепный город под названием Венеция. В Венеции можно говорить много и очень много. Здесь множество архитектурных памятников. Этот город просто кишит туристами, но мне бы хотелось углубиться в историю этого города. Добраться до Венеции можно, конечно, разными способами, самолетами, вертолетами, машиной, но я еду сюда на поезде. Мой выбор пал именно на поезд, потому что я живу недалеко и, в общем-то, в этом городе достаточно большая проблема с парковкой для автомобиля. Остановилась в сказочном отеле на третьем этаже и хочу сейчас показать вам немножечко панораму, как это все выглядит сверху. Отправляемся гулять по улицам. Название Венеция связано с племенем венетов, по имени которого область получила у римлян название Венеция, от латинского Венетия. Еще в 3 веке до нашей эры область Венетов была захвачена римлянами, которые основали колонию Аквилея в качестве своего опорного пункта. Но позднее она стала центром региона Венетия и Истрия. В 402 году эта провинция была разорена в результате набега вестготов под предводительством Алариха. Более подробно об этом я рассказываю в своих видео про Аквилею. Согласно легенде, Венеция была основана 25 марта в 421 году до нашей эры, в день Благовещения Девы Марии. Эта легенда основана на документе, согласно которому три консула из Падуи основали факторию на островах Риальто. Основали ее жители области, спасавшиеся от готов на пустынных островах болотистого побережья. Заселение островов продолжалось в период упадка Западной Римской империи. В 452 году гунны Антилы вторглись в провинцию Венетия и Истрия. В то время она состояла из 50 городов. Основной статьей дохода населения острова была рыбная ловля и торговля солью. С материка Венецию поступали пищевые продукты, строевой лес и вода. В дальнейшем потребности в товарах, которые было невозможно производить в самой Венеции, а также политические соображения, стали основой построения венецианского государства на земле материка Терафермы. Сегодня Венеция – это туристический город. Здесь множество отелей, ресторанов, баров, музеев. Мне кажется, недели на путешествие по этому городу просто не хватит. Здесь хочется гулять и гулять, зайти в каждую улочку, в каждый переулок, послушать уличных музыкантов, потанцевать, посмеяться, покушать, покататься на этих лодочках. Здесь так много мостов и мостиков, переходов, и они очень красиво украшены цветочками, архитектурными различными дефилябрами. Ой, что вам сказать, мои эмоции, конечно, зашкаливают. Венеция – очень романтичный город, архитектура здесь буяет. Как известно, Венеция находится возле ветров, и все ветра могут дуть одновременно, что, конечно, может вызвать заболевание. А я скажу вам, наслаждалась прогулкой и любованием архитектуры. Но когда наступила ночь, появились крысы. Для меня это было достаточно неожиданно. Что меня здесь еще удивило, это вечернее время, когда не было столиков и стульчиков, чтобы покушать на улице. Люди просто покупали пиццу и садились возле памятников прямо на полу, на ступеньках и кушали. А еще я узнала несколько интересных фактов о Венеции. В этом городе было создано специальное бюро, которое надзирало за тем, чтобы цены на еду не превышали допустимых норм. Также Венеция – первый город, который стал производить зеркала в промышленных масштабах. Венецианцы изготавливали зеркала к 17 веку, самые большие в мире, вы только представьте. Один из самых популярных коктейлей Италии – Беллини – был изобретен в Венеции Джузеппе Циприани, владельцем культового бара Гарри. Он же изобрел блюдо карпаччо. Что меня удивило, это то, что идея сексуальных витрин в Амстердаме, улица Красных Фонарей, позаимствована у Венеции. Но я, к сожалению, не встретила нигде здесь улицы Красных Фонарей. Ну и я вообще-то тоже не постеснялась посидеть и полежать на полу и полюбоваться за передвижением этих корабликов.
Кстати, это такое место, где такие есть заслоны, специально построенные. Когда вода поднимается, эти заслоны поднимают вверх для того, чтобы немного сдержать воду. Я получила здесь море позитивных эмоций и впечатлений, чего, конечно же, желаю и вам. На этом моя прогулка по Венеции подошла к концу. Выпьем наш капучино. А мы сюда еще вернемся. Заходите на мой канал, смотрите мои видео. Если вам интересно, подписывайтесь, добавляйте комментарии, колокольчики. До новых встреч. Пока!